Ребята, вот воскресенье, 4 октября, я на покатуху утром выхожу, и видите, какая луна волшебная. 7 час утра, как она смотрится одиозно в утреннем небе. Ой, ребятушки, ну вот сделал я для вас видео с максимальной скоростью. И вот заехал в Сочи попить кофе. Расслабился, так сказать, позавтракал. Время 8 утра. Какая-то обстановка в Сочи. Сегодня 4 октября. Сижу в кафешке. Это улица Юных Ленинцев. Тут, короче, все мото, короче, магазины. Роллинг Мото мой любимый. Потом вон там вот Юг-скутер. Сейчас вам покажу. Вот он там. Юг-скутер. Видите? Юг-скутер. Магазин тоже большой такой. Популярный. А в ту сторону там, короче, вот мастерские. Короче, вот все, короче, скутеристы, мотопедисты, короче, здесь обитают. Ну ладно, ребята, хорошего дня вам всем, кто смотрит это все дело утром. Ну и хорошего вечера тем, кто вечером. Ну, меня впихивал, короче, вот. Надо сейчас, короче, посмотреть. Есть там, там просто придется изъебаться, но можно поставить от этого. От квадроцикла. И тогда все работает. Но от квадроцикла она должна быть круглая, а именно квадрат, потому что у нее распиловка похожа. Я потому что тогда используем у нее это. Для напряжения. Естественно, она питается в основе, я просто хотел руки нахуй давать, там не будет. Это одну посадку, одну третью, ты еще какой-то поездил, пойдем. Ставлю, а мне вообще не замечательно.